школе номер 2 прошло мероприятие, посвященное безопасности на дорогах. Тема актуальная для начала учебного года. Помимо познавательной творческой программы, подготовленной самими школьниками, в актовом зале выступил начальник отдела ГИБДД по Острогожскому району Андрей Нестругин, который довел до сведения детей правила, касающиеся в первую очередь несовершеннолетних, например, относительно езды на велосипедах по проезжей части. Велосипедом разрешается управлять лицу, достигшему 14-летнего возраста. Вам понятно? 14 лет. Допускается выезд велосипедиста на проезжую часть. Это не говорит о том, что вы не имеете права управлять до этого возраста. Вполне возможно управление велосипедом на специальных закрытых площадках под присмотром ваших родителей. Более подробно Андрей Нестругин коснулся изменений в правилах езды на скутере. Мопедом у нас сейчас до 1 ноября относятся все транспортные средства объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, максимальной скоростью до 50 км в час. Им разрешается управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста. Вместе с этим запрещается перевозить пассажиров старше 7 лет, независимо от технических характеристик вашего мопеда или скутера, как вы его всегда называете. При этом водитель обязательно должен иметь застегнутый мотошлем. Обязательно. Вместе с тем, значит, в правила дорожного движения и закон о безопасности вносятся значительные изменения в соответствии понятия категории мопед. Значит, с 1 ноября вступает в законную силу положение 92-го федерального закона, который говорит о том, что водитель мопеда с 1 ноября должен иметь водительское удостоверение. Обязательно. В завершении встречи Андрей Нестругин ответил на интересующие школьников вопросы, касающиеся их прав и обязанностей на дороге. Мы же напоминаем, что все наши новости вы отныне можете смотреть на официальном сайте студии «Губерния Острогожск».